Воспитанники Саровского медицинского колледжа присоединились к медикам, чтобы помочь в борьбе с пандемией. 17 студентов 3-го и 4-го курса направили во вторую поликлинику. Несколько их одногруппников пошли в первую. Пока будущие медсестры и врачи помогают в организаторской работе. Непосредственно с больными они не работают. Но и эта помощь очень важна. Милана Баранова, например, дежурит на входе для здоровых людей. Заходят пациенты, и мы меряем температуру. И советуем, в какие кабинеты, куда идти, если они спросят. Проходить медицинский осмотр, там сдавать анализы. Марине Байковой приходится встречать пациентов и с признаками ОРВИ. Приходят те, кому нужно на выписку или продлить больничный. Мы их направляем в точный кабинет. Пишем имя, фамилию, отчество, там, где работают, чтобы отправить в регистратуру, чтобы они уже там карточками отправили в кабинет. Заразиться ковидом Марина не боится. Девушке выдали все необходимые средства защиты – одноразовый халат, маску, шапочку и перчатки. Контакт с потенциальными больными минимален. Легче заразиться в магазине или общественном транспорте, считает девушка. Также студенты помогают в регистратуре, сортируют и разносят карты по кабинетам. Еще одна бригада работает в колл-центре. Отвечаем на звонки пациентам. Людям, которые звонят, узнать свои результаты по ковиду. Обычно где-то начиная часов с 9 и до часу, вот они постоянно. То есть только трубку кладешь, тут сразу второй звонок. И вот так отвечаешь. Ну, приходят, справки даешь, что если отрицательные, положительные нет. Как считают сами студенты, эта практика – отличная возможность посмотреть изнутри на то, как устроена работа в медицинских организациях и внести свой вклад в борьбу с пандемией. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.